Dark Ghost. Всем привет, друзья! И как вы уже поняли, я в доме с полтергейстом. Кто не смотрел две части, посмотрите. Ссылка будет в описании на эти видео. Итак, друзья, эта камера будет стоять в этой комнате. Снимать всю эту комнату, пока я буду проверять подвал. Сейчас свет больше сделаю. Все, надеюсь, видно. Окей, я пошел. Так, друзья, видно меня там? Так, видно, все. Пойдемте в подвал. Здесь такие заросли. Эта тропа осталась еще после моего прошлого визита. Вот здесь. Это дверь. Не знаю. А, сейчас не видно будет ее. Сейчас уберу все. Так. Блин, не провалиться. Ну, собственно, все. Welcome to home. Ну, пробуем открывать. Вау. Здесь даже свет был. Не знаю, видно вам или нет. Да, конечно, потом вот там обвал. Вон там. Это, походу, реально был. Или такой подвал. Зачем тогда свет в таком маленьком подвале? Ладно. Попробую сейчас сеанс EGF, если ничего не будет, то этого на видео я ставить не буду. Сеанс EGF. Да, вот по поводу EGF. Опять же, тишина. Ничего нет, никто вообще не отвечает. В тот раз хоть кто-то отвечал, но переводчик не переводил. Сегодня вообще полная тишина. Возможно, что еще пока что светло. Я попробую чуть позже снова запустить EGF.
А пока установлю камеру, эту GoPro, на чердаке. Посмотрим, что там будет. Лезем на чердак. Оп. Так, главное тут не сорваться. Так. В принципе, я, наверное, здесь ее установлю. Так, все, камера установлена. Слезаю вниз. Так, все, друзья. Посмотрим потом, что здесь. Было ли что. Итак, друзья, сейчас я выключу везде свет. Ну, оставлю, может, какой-нибудь слабенький, чтобы камера могла видеть меня. И побуду в полной тишине. Потому что пока что я ничего не слышал. ПГФ ничего нету. Вот. Это моя камера отключилась. Так.
Вот, друзья, а вообще... В идеале, как я уже говорил ранее, мне нужна ночная камера. Вот GoPro я купил, а также еще Хочу купить камеру 360 градусов. И потом уже с ночным видением это будет намного, гораздо лучше. Я могу выключить полностью свет. то, что в основном паранормальное не любят, а они не любят свет. Вот. И чтобы, друзья, покупать выгодно покупки, я покупаю через кэшбэк, специальный кэшбэк Smarty Sale, сервис умных покупок. Преимущество этого сервиса то, что высокие ставки по кэшбэкам самых популярных магазинов. Минимальная сумма от снятия практически отсутствует. Мгновенная выплата любым удобным вам способом от мобильного пополнения до вывода на карту банка. Для пользователей Opera, Google и Яндекс Браузер доступное расширение начисляют кэшбэк в валюте вашей покупки. Очень удобный сервис. Ссылки все будут в описании. Переходите, пользуйтесь. Ну а мы начинаем. В полной темноте не получится, потому что камеры не увидят ничего. Здесь кто-нибудь есть? Эта камера видит вообще что-нибудь? Видно. Ну так более-менее. А видит, а камеры нет. Здесь кто-нибудь есть? Фонарь включу. В тот раз было в подвале, ну, вернее, в том углу, а теперь в этом.
друзья. Что? Свет не буду брать, потому что я боюсь спугнуть. Почему на связь по ЕГФ не выходит? Ну, ладно, друзья, буду ждать. Я сейчас туда не направляю специальный свет. Та камера видит, то и более светочувствительность лучше. Ну-ка. Да, та камера видит. А я, кстати, пока здесь похожу. В тот раз в том углу было. В этот. В этом. Вот так вот. Кукла, конечно, жуткая вещь. Сейчас еще побуду немножко и постараюсь. Это реально уже активность. Там реально как будто кто-то ходит. Кто здесь?
камера не увидит. Что здесь происходит? Миша, показался ли я? Слышал женский смех. Я начал оттуда уходить, и как будто бы смех был. Вот когда я начал разворачиваться и идти в эту комнату, будто бы женский смех. Кто здесь? Походу, это у меня впервые такое, что есть паранормальная активность, но по ЕГФ никто не отвечает. Я не помню, было ли у меня такое, чтобы мне не отвечали по ЕГФ. Главное только в этой комнате. Ну, не знаю, нужно будет еще посмотреть видео на чердаке. Я оставлял эту камеру. Нужно будет посмотреть, есть ли что там. Может быть, не только в этой комнате, может быть и там. Но хотя я никаких стуков с чердака не слышу. Попробуем пофоткать. Со вспышкой. Пробуем еще. Сейчас полностью погашу свет. Сейчас я знаю, как сделать. Сейчас сделаю так. И все. Все, друзья. Еще раз. И еще раз. Здесь кто-нибудь есть? Покажись мне. Еще раз. Здесь кто-нибудь есть? Если есть, покажись мне.
часто говорят, зачем ты спрашиваешь, здесь кто-нибудь есть, если уже была паранормальная активность. Нужно спрашивать постоянно. Потому что, чтобы она проявила себя, нужно как-то им задавать вопросы, либо спрашивать, ты здесь, либо здесь кто-нибудь есть. Вот, это нужно делать постоянно. Вне зависимости, 5 минут назад она себя проявляла, либо там час. В общем, сейчас, друзья, еще немножко побуду. Посмотрю, если ничего не будет по ЭГФ. То я не знаю, что делать. Мне никто не отвечает, но здесь активность есть. Все это видели. Так, друзья, все. Пробовал я там еще где-то час. Тишина полная. Никто не отвечает и прекратилась активность. Но раз прекратилась активность, то мне уже там нечего делать. По ЭГФ никто не отвечает. Вот. Я думаю, что все на этом доме я закончу. Больше сюда не буду возвращаться. Ну а следующий дом, наверное, будет Пелагея, как я обещал. Ну, точно не могу сказать. Не забывайте подписываться на мой лайв-канал, на Инстаграм и на группу ВКонтакте. Всем спасибо, друзья. Всем пока.